так. А вот и Спиро. Выглядит крепким. Вот ты где, Спиро. Поехали домой. О, как я рад увидеть тебя вновь! Он цел. Ни один волосок не упал. А дракон получит свой товар. Правильно, Спиро? Мы отвезем масло в горы, и я не погибну. Ты осчастливил Спиро, Мистий. Ну и меня заодно. Thank you.
новых встреч. Ты глупец, Мелани. Глупец! Упустил свою победу? Хуже. Я упустил свою любовь. У Дракона кто-то есть, я знаю. Он стал отстраненным, задумчивым, избегает меня. Похоже, дело плохо. Тоже думаешь, что меня бросили? Но я не могу отпустить его. Мой золотой полубог. Уже что-то придумал? Я хочу сварить зелье. Этот рецепт обещает вечную любовь. Какой честный способ сохранить отношения? Все просто. Я позаимствую его доспех и намажу зельем изнутри. Оно впитается в кожу и достигнет сердца. Но ты оставишь Дракона без доспеха. Не боишься, что он пострадает? О, Дракон самый крепкий человек в Фивах. Справится и так. Хорошо. Но мне нужен один ингредиент. Это редкое растение из Биотии продает одна травница, но я давно ее не видел. Я найду травницу. Похоже, я все-таки верю в любовь. Благодарю, благодарю. Где эта травница? Дома. Это к западу от города. У гробницы Миникея. Редкое? Какое? Растение, что разожжет его страсть. Заставит его чувства и кожу гореть. Как вы встретились? Долгая история. Я переехал в Фивы, мечтая стать великим атлетом. Пришел сюда и увидел его. Могучего воина с пленительной улыбкой. Я хотел учиться у него, но он Ты на многое готов ради Дракона. Он так хорош? Он самый настоящий. Если он не здесь, то где? Мы проводим здесь и дни, и ночи. Если его нет, значит, он ушел тренироваться. Я найду это растение. Петроп!
Когда это случилось? Сегодня утром. Мы шли к реке и вдруг услышали крики. Чьи крики? Кто это был? Думаю, охотники. Мы должны им помочь. Хвала богам, ты здесь. На охотников напали. Это случилось недалеко от проклятых земель Эдипа. Выжившие есть? В основном трупы, но кто-то слышал крики. Природа таит много опасностей. Раненые охотники долго не протянут. Нужно спасти тех, кого еще можно спасти, и убить страшного зверя, напавшего на них. Хорошо, я прикончу эту тварь и помогу выжившим. Спасибо. Приведи их ко мне, и я постараюсь им помочь. Охотничьи угодья повсюду. Где мне искать? Говорят, они выслеживали зверей у Змеиного утеса. Ты знаешь, что это за тварь? Сложно сказать. Многие звери издают подобные звуки. Природа Биотии – дом для массы хищников. Сколько людей я смогу там найти? Выжил, судя по всему, только один. Но обычно в таких отрядах 3-4 человека. Пойду искать след. Это все, что осталось от отряда. Спаси меня! Спасибо! Спасибо! Я обязан тебе жизнью! Okay.
Давай же, сразись! Как наш больной? Он выживет, если я займусь им. Если? Он чудовище, работорговец. Настолько жестокий, что люди увечат сами себя, лишь бы он их не купил. Если вылечу его, зверство продолжится. А если дам умереть, спасу рабов от страданий и боли. Ты должен лечить любого человека, несмотря на его деяния. Не нам решать, жить ему или умереть. Спасти его мой долг, но мне приходилось ухаживать за его рабами, лечить увечья, нанесенные его рукой. На долю жителей Греции выпало слишком много страданий. Что если освободить рабов? Если он лишится власти, ты сможешь лечить его без зазрения совести. Да, я спасу его, а ты предотвратишь дальнейшие зверства. А пощадив его, мы покажем, что в жизни есть и другой путь. Путь милосердия. Сможешь это сделать? Конечно, я освобожу рабов. Спасибо, Алексиус. Где он держит рабов? Однажды мне довелось лечить раненого раба в лагере на берегу реки к востоку от озера Капаида. Поищи там. На охотников часто нападают так близко к городу? Нет, однако сейчас, когда идет жестокая война, а чума убивает все живое, звери становятся агрессивнее. Поспешу. Рабы могут быть в опасности.
Вижу его. Вижу его. Нужно поговорить с ней.
Спасибо за помощь. Это чудовище Галей забил бы нас до смерти. Теперь я могу вернуться домой. Долгожданная свобода! Я у тебя в долгу! Thank you.
ты. Я пропустил бой. Отец. Алексиос, зачем ты здесь? Чтобы убить его. Ты бы легко его победил. Но я рад, что мы снова встретились. Не ожидал встретить тебя вновь. Что ты здесь делаешь? Ты заставил меня понять, что я давно лишился чести. Загладить вину перед тобой я не в силах, но выполнить обещанное Стентеру могу. Меньше всего ожидал встретить тебя здесь. Груз ответственности, что я взвалил на Стентера, слишком велик. Я не могу его покинуть. Как мило. Убив этих воинов, мы ослабим Афинин и пошатнем боевой дух восставших. И ты решил помочь Стентеру? Что ж, хорошо. Пришло время позаботиться о тех, кто мне дорог. Верно. Как ты изменился? Я всегда был таким. Просто тебя не было рядом. Изменить прошлое я не в силах, но могу помочь тому, кто во мне нуждается. Стентеру нужно многое узнать. Жаль, что ты не помог мне в Спарте. Но сейчас ты нужен Стентеру, хоть он и не хочет этого признавать. Стентер, твой ребенок, так же, как и я. Ты можешь помочь ему. Помогу. Все-таки я рад, что встретил его. Серьезно. Прощай, Алексиос со Спарты.
Звучит грустно. Это для Абрея, для брата. Что с ним? Астра и Деянира обманули и убили его. Если буду играть у воды, он, быть может, услышит музыку, переплывая Стикс. Почему убили твоего брата? Абрей высказался против союза с Афининами. Он обвинил воина в предательстве Биотии. Он усомнился в преданности Деяниры. Он был прав. Его заманили на старую площадку для тренировок и убили в назидание остальным. Я мог слышать о них. Деянира — воительница Биотии, а Астра — ее сестра. Они даже убивают вместе. Всегда. Даже прославленным воинам нужна помощь. В детстве Абрей и я дрались с ними. Они действуют сообща, прикрывают друг друга. Поодиночке они слабы. И я остался один. Отомстить за брата — твой долг. Нельзя убивать Деяниру. Пусть умрет только Астра. Я должен убить ее? Именно. Я убью Астру. Убив Абрея, они забрали его ожерелье. Верни его. Сделаю, что смогу. Биотия огромна, а времени мало. Да-да. Ищи лагерь на северном берегу Капаиды. Почему не убить Деяниру? Мы с Абреем были близки так же, как они с Астрой. Пусть она узнает, что я чувствовал. Смерть — слишком легкий путь. Я отомщу за твоего брата. Спасибо, Мисти. Лагерь Деянира находится на востоке от Архамена. Астра наверняка там. Ah!
Это остро. Найти ожерелье. Надеюсь, ожерелье принесет ему покой. Астра мертва. Твой брат отомщен. Я думал, мне станет легче. Но не стало. Месть не залечит эту рану. А ты... Ты забрал у Астра ожерелье? Возьми. Спасибо, Мистей. Я сделал его для брата, чтобы он не оставался один ни в бою, ни на охоте. Мне кое-что нужно от тебя. Говори. Я хочу отыскать Дианиру. Если ее нет в лагере, поищи в пещере Оракула под холмом Возрождения. Пещера Оракула? Святилище. Там можно помолиться и попросить совета. Может, в смерти брата виновен Оракул? Какие планы? Наверное, попытаюсь жить дальше. Один. Итак, твой брат отомщен. Не пора ли начать новую жизнь? Такие люди, как ты, всегда нужны на Адрестии. Да.
Это то, что мне нужно. Не зря же мы с тобой встретились. Рад, что ты с нами.